В Ульяновске задержали подозреваемого в разбойном нападении. Сам вопиющий случай произошел в конце января в офисе микрофинансовой организации на улице Хрустальной. Как показывает камера наблюдения, вечером в офис ворвался человек в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы около 30 тысяч рублей. После просмотра видео с камер и сбора улик, полицейские отработали пути отхода злоумышленника и направили ориентировки на мужчину всем наружным службам полиции. В результате комплекса проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 20-летний неработающий местный житель. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.